сбоку от как раз должен быть канатки. Вот примерно на этом месте. Трамплин должен быть там. Второй домик на холме. Экспертиза не получена, да, они продолжают. Всем этим депутатам, которые кричали, что им что-то дадим, что-то не дадим. Написано вторая очередь у них. Вот эта станция, это вторая очередь строительства. Нет. ₹500 на вход. Стоит ₹500, да? Платная. А вот там вот бесплатный метромост. На сознание сознательных людей. Уже начали смотреть сувениры и подарки. Тут такой дом построили на холме для сувениров и подарков без экологической экспертизы.